И вот ваше мнение все-таки насчет версии в отношении убийства Бориса Немцова? Ну, прежде всего, вот сами подумайте, в стране, где президент лично руководит нерестом рыб и пролетом лебедей, под кремлевскими стенами убить видного оппозиционера – это просто нереально. И, в общем-то, если брать все предыдущие подобные убийства, то, как мы видим, Путин и вообще крупные преступления, которые совершались, которые приписываются режиму, Путин брал под личный контроль каждое из них, начиная от взрывов домов в Москве и кончая вот этим убийством Немцова. И результат... Что, ну, это предположение, да, или что-то доказывает это? Ну, то, что это было под личным контролем Владимира Путина? Мы знаем только постфактум. Путин брал все эти преступления под личный контроль. Расследование. Этих преступлений под личный контроль. И, в общем-то, в этой ситуации, я думаю, что какого-то стрелочника вполне возможно найдут. Может быть, там это будут какие-то чеченцы, там, дагестанцы, либо каких-то радикальных националистов найдут. Но в том смысл в том, что, разумеется, у меня абсолютная убежденность, что это, конечно же, сделано Кремлем. И по личному указанию Путина, хотя есть такие версии, что это могли, что эта операция могла быть проведена в рамках борьбы, так называемой, между башнями, что какая-то внутрикремлевская оппозиция, которая хочет дворцового переворота, специально подложила свинью Владимиру Владимировичу. Но, честно говоря, я считаю, что версии маловероятны. Маловероятно. Соглашусь.